Ты не приехал. Так, не приехал. Машина выбухнула. Привет, девчатами, я пока застанусь тут. Я тебе не шофер, я их не дед. Где ты? Астероид Сити, 80 километров на шоссе Фарм Роуд 6. Шановные юнацтвы и космичные кадеты. Каждый год мы святкуем день астероида. Это день 26 вересня 3007 года до нашей эры, метеорит сутокнулся с нашей землей. Святый Толедо, это ж Мич Кэмпбелл. Я великая ваша фанатка. Та я ваша роль у борделе. Так, ты с тем хлопцем за мной вы играли так натурально. Так, это мой улюбленный персонаж. Я не ведаю, чему он больше никому не сподобался. Про что свежусь гэтые импульсы? Что? А, вот гэтые, мы не ведаем. Частка наших метод про космичную простору не может быть цалком докладной. А лишь в нашей Солнечной системе, я к одному покажу только 9 планет. Или? А где тут пришельцы? Что тут отбывается? Не ведаю. Не подобается, как это их хлопцы на нас глядят, пришельцы. Ну как там все, выглядает. И бы все пропало. Но мы так само. Поведомление от президента. А как долго нас могут устранить в Астероид Сити легально? Свет больше не будет таким, как ранее. Пришельцы сдавать перед нами шляпу, а попридут со сброей. Что там такое? Ну это Йон, собрал ты сын життя. Ты женаты? Я удовец, али не кажи моим детям. Ты казал, что мать померла, три дни тому. Скажем, я на небеса. Для меня их не изуя, али я веду, что ты верник. В своё одиноте я научился давать полный и беспрежный довер тем людям, кого я на правду кахаю. Не уверен, что это тычется тебе, а лишь это тычется моей дочки и ейных детей. Часом я чуваю, что космичная простора не ближе, чем родный дом. О, вау. И я так само. А я не дивный, ну твои дети. По сравнению с нормальными людьми. Так, за правды. Да правда. Я зараз у колесни, хочешь поглядеть? А? Я не сказал так? Ты ничего не сказал. Я хотел сказать так, али мой рот не размовлял.